Серебром барбитал бы-то. Вот недавно, позавчера было 4,5 ляма серебра. Я поиграл на чифе. И все, серебра нету. Грёбаный чиф. Чифтейн. Ну, приятный танк, конечно. Но пока что-то слабовато. Статистику покажу. Что-то вяленько. Вяленько. Ну, я сам рак или... Ну, не знаю. Не. Дело не во мне. Там чиф, как только берешь чиф, сразу кидает это самое. Нркухан только брагар. Рандонга брагар. Патриер, ты... Артады хокпалланы энджондорн. Даже иногда в топе попадает, и ты проигрываешь в топе, потому что энджон за 2 минуты у тебя команды уже нету. Я не знаю, как они умеют. И... Маны таккан берилер, маны кетеген. Назад отступай, инди кетеген. Хемби баратуралар. Өлелерін билеллер. Полюбому билеллер. Он хемби такка туралар, хабустарен. Полюбому билен туралар таккалы. Конечно, середуха есть. Ну, я покажу статистику. Но, блин... Я его назвал... Вот недавно я своего Чифтейна назвал Слифтейн, а не Чифтейн. Слифтейн, девикуду. Ебать, Ракторга, браво, жестко Ракторга, бля, команда, нырк тупой, дырбашоу. Вот, 64 боя у меня, 53% побед. Манал Том процент побед, конечно, надо. Блин, но, ну, я во взводе не катаю вообще, соло играю. И... Тащить одному сложно. Но середух у меня 3400. Вот это хотя бы 3500 хотя бы хочу. Сначала хотел 4к середухи. Но это не мой скилл, оказывается. 3500-то вот ладно. Все, мантагам тюхен дэп даже. Ну не знаю, в некоторых боях по 7-6к изи хайген гнамбаран. Ну не знаю, жестко фокусят чифтейна.